сразу 4 рояля на сцене филармонии и услышать, как зазвучит столь необычный квартет, зрители раскупили все места в зале. 4 пианиста – Евгений Брахман, Наталья Гринес, Надежда Хлынова, Максим Емельянычев – аккомпанируют ансамбль солистов симфонического оркестра «Камерата Симфоника». С этого сезона на сцене Жигородской филармонии 4 концертных Стенвея, и у нас есть возможность играть в разных комбинациях, 2 рояля с оркестром, 1, 3, 4. На протяжении всего концерта музыканты меняются роялями. Максим Емельянычев и дирижирует, и солирует, а иногда все сразу. А в антракте за сценой обсуждает с Евгением Брахманом, что сыграть на бис. Два такта. Пианистам хватает одного взгляда друг на друга, чтобы квартет звучал идеально. Гайден, Мендельсон, Моцарт, Бах. Трудно даже представить, кто бы мог в этот вечер остаться равнодушным. Сегодня моя дочка играла, Наташа Гринес. Да. Бах замечательный, конечно, восхитительный концерт. Квартет вообще выше всяких похвал. Такое великолепие. Впечатление. Спасибо ребятам, спасибо.